Бетис Вильяреал, чемпионат Испании, Фиорентина Сассуоло, Италия, серия А. Давайте разберем эти два матча, ребятка. Скорее всего, покороче и попроще я вам просто поделюсь с вами своим мнением на эти два прекрасных матча, которые состоятся у нас завтра, 1 июля уже. Что хотел сразу всем напомнить, это, конечно же, про наших спонсоров. То, на что мы будем здесь ставить в этих двух матчах, самые высокие мощные коэффициенты, выше 1,7, это только у наших партнеров. Ссылочка в описании под этим видео, в моем твиттере, первой строкой переходите, вводите промокод MVIN, и вам на первый ваш депозит положат бонусных 10 400 рублей, до 10 000, точнее, если быть, 400 рублей. Что еще вам сказать, ребятки, лайф у нас сумасшедший идет, лайф у нас на сегодняшний день, за два дня в нашем телеграм-канале по ссылке в описании под этим видео. Статистика такова, вы многие просите у меня статистику, так вот я подбил статистику, и она просто-напросто удивила, даже меня самого удивила. Почему меня даже самого? Потому что я не веду статистику, многие это знают уже, кто со мной давно, но не веду я ее, я просто считаю денежки, а статистику пусть ведут те, кто привлекают к себе новых людей. Так вот, за последние два дня у нас, значит, получилось, смотрите, 20 плюсов, и из них 2 минуса. Ну чё, как, нормально, есть где-то еще на каком-то канале такая статистика лайва. 20 плюсов, 2 минуса. И сейчас, кстати, следующая ставочка в лайве уже там. Переходите, ссылка в описании, может, еще успеете на нее поставить. Что касается матчиков, Бетис Вильяреал, Реал Бетис Вильяреал. Здесь я вижу голы, несомненно голы вижу, ребятки. Здесь будет тотал больше 2,5, это мое мнение такое, вы сами думаете, ставить или нет. Я просто с вами делюсь своим мнением, как всегда. Тотал больше 2,5, коэффициент 1,74. Коэффициент 1,74 в этом матче. Второй же матчик, это у нас Фиорентина Сассуоло, это голевые забивные команды. Конечно же, тоже тотал больше 2,5, коэффициент чуть-чуть поменьше уже у наших партнеров по ссылочке в описании под этим видео, но все равно они самые высокие. Здесь коэффициент уже у нас 1,69. Вот такое мое мнение на такие два прекрасных матча. Поддержите меня лайком, не забывайте, ребятки. Кто еще, может быть, не забыл, если мы наберем 100 лайков, я сделаю экспресс, выложу его сюда. Оставайтесь в FrontBet.